Энгеле. Сегодня 10-е. 10-е? Девятое. Девятое? Нет, сегодня десятое. Сегодня десятое, да. Сегодня 10 сентября, и мы идем на маяк. Идти туда 20 минут, мы уже половину дороги прошли. Тысячи. Мы с Дэном забрались на маяк. По камням, по воде, промокли. Я не знаю, видно, не видно. Сейчас будем фотографировать вот этот маяк. Если получится. Круто здесь. Вон Дэн уже что-то делает. Дэн, ты заметил этот пенек? Да. Походу давно заброшен, потому что входа в принципе в него нет. А еще мы дебилы, мы полезли по камням, по дну, вот так, если видно. Вот. Я весь мокрый. Там находится военная часть, поэтому нам пришлось идти не по берегу, а через сопку, через эту. Вот эту. А вон там море. Мы с Дэном обмочились конкретно, и я сушу шорты. Ехали мы сюда минут 20 от остановки. А ехали мы сюда минут 30, да? Да, 30. Минут 30 мы ехали до Врангеля с находки в переполненном автобусе. Печально то, что маяк был закрыт. Там заварили дверь, походу. Но он очень старый. Наверное, уже не активный лет, как 20. Но он и маленький очень. Не видно, я его снимаю. Задумался. Мы с Дэном здесь нашли заброшенный старый бункер, потому что вон там военная часть, я ее показывал уже 20 лет назад. Здесь сидели солдатики. Правильно же, да? Блин, чего одно? Видно, нет тебя? Да, видно. Видно? Отлично видно. Отлично вообще. Тут еще одно окно, как бы. Еще одно окно? Да. Что залезть? Ну, залезай. А, еб твою мать. Тут, наверное, дерьмище. О, по сути, да. Еще одно окно. Вон, видно, нет? Видно. Ай, еб твою мать. Царапнул. Вот так. Сейчас покажу, как выглядит со стороны. Вот такая штука. Приходится уходить, вон видно маяк, мы были там минут 40, может даже час, время пролетело, мы намокли снова и идем обратно, дикие кусты. Дэнчик, догоняй, вообще красиво. Вышли. Вышли? А мы туда вышли? Вроде. Мне кажется, мы эту тропинку не видели. Мы потерялись? Или не потерялись? Кто со Врангеля? Я или не я? Ну, вроде туда. Да, вон та хрень, то здание. Его не видно, наверное. У них хрена нам еще идти. Охренеть. Спасибо, вышли. Мой горизонт завален. Так нормально вроде. Кое-то к концу этот мини-влог с Дениской, Вадиком и Дашей, которых почти не было в кадре. Он минут, наверное, 5 этот влог в общем выйдет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. This night.